«Где маска?» – такой вопрос задавал инспектор посетителям, игнорирующим санитарные правила в ходе рейда по видновским магазинам. Нарушителям грозят внушительные штрафы. Защита индивидуальная на лице. Почему у вас отсутствует рекомендации обязательно? Нет. Это закон, по которому вы обязаны в общественном месте носить маску или респиратор. В связи с постановлением губернатора Московской области в торговых объектах все обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мероприятия по проверке масочного режима в местах массового скопления граждан проходят в Ленинском городском округе совместно с представителями полиции и администрации муниципалитета. В целом масочный режим соблюдается, однако имеет место все-таки точные нарушения, которые мы выявляем, фиксируем. Составляем протоколы на нарушителей. Штраф довольно существенный – 4000 рублей. В ходе рейда все же были выявлены нарушители как среди посетителей, так и среди сотрудников магазина. За последние недели-две самосознательность повысилась, и люди одевают маски все больше и больше. Нарушений становится меньше, но все равно есть. То есть нет у людей понимания, насколько это опасно ходить без маски, то есть вероятность заразиться, заболеть. В связи с тем, что власти Подмосковья усилили контроль за соблюдением масочного режима в учреждениях торговли, такие рейды сотрудники администрации, государственные инспекторы будут проводить регулярно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.